прямо, а теперь вот на тот берег давай лупанем. Да пройдем. Залебедимся тогда. За кого? Ты пойдешь? За бородача. По Мишиным следам. Под крыло! Трос под крыло! Трос под крыло попал! Под крыло. Блин, нормальные задачи мы даем, смотри. Смотри. Балерина еще там. Да я тебе говорю, этот Плесецкая отдыхает реально. А народ там смотрит. О, тихо, вот это самое. Снимайте, снимайте, камеры включайте. Паралитик, блин. Ой, давай, давай. О, ё-моё. Пятое. Мне кажется, он угнать решил машину. Все. Привык к своим 18 передачам. Всего 5. Видео, так, мы, видеоконтент. Мы внутри самой проходимой машины современности. Смотри, там угол большой. Это что, да, представляешь, какие они говнистые вдвоем, что застряли. Что даже такая машина не потянула. Так а что он поехал туда? Дурачок. Думаете, мы застряли? Надо было правее брать. Ну, заманить нас хочет. Ну, у тебя комфортнее чуть-чуть. У тебя чуть комфортнее. Чем в газике? Да. Видишь, плюс 200 уже тяжелее. Да? Наоборот. Правее бери по кругу большому. А что, тут не проедем? Да проедем. А через пустыни. Ну там этот самый сидел, там накопано. Кто, я сидел? Леня вот здесь сидел. А я где сидел? Ты дальше. Ну я ж чуть не проехал. Нам же надо сейчас чуть проехать. Надо точно проехать, да? Это рычагов столько, как ты не путаешься. Да я сам в шоке. Да, торфяничек такой знатный, да? Мне нравится вот тут, когда он по моим следам влево едет. Мне нравится, когда ты на ровном месте просто раз и никуда не едешь. Тонет так, что... Да. Тонет и замыливается протектор. Надо передок включать. Ну, само собой. А ты на задке только ехал? Конечно. И там по болоту тоже? Конечно. Блин, издевается. Так нам было прямо вообще ехать. Не, ближе, ближе бери к Ниве, чтобы, да. Там тонет. Не, он легкий. Хелп, утонули. А как нам туда доехать? А вот туда правее бери. Да, вот там. Посередине, правее. Ну по не на. Ох, елки-палки. Брандер копал. Ну едь он туда, к этому, правее. в белом костюме, чувак. Да, может уже вы так попрямить. Да. Ну посередине, там я врангером накопал хорошо. Попробуй не в колею, Макс. Не по... Все, стой. Вот здесь слева тут тонешь. Ага. А справа тут можно стоять. Вот там я разворачивался. Может это самое, может мне развернуть. Сейчас я вот так, наверное, стану. Да не, мы не застрянем, я думаю. Слышишь, Макс, подожди, есть нормальная тема, стой. Что? Макс, подожди. Сделай пару кругов вокруг него. Да нет. Давай, сделай два круга. Да сделай. Да я тебе говорю, ты не провалишься. Мы сейчас это... Сделай два круга и тогда вытащишь. Ну, чтобы... выйди, сделай пешком два круга.
Да сделай два круга, что? Да нет, не получится. Да получится. Не надо. Да, смотри, у него как колеса замыли. Так мы ходом будем идти, мы же легкие. Легкие, плюс 200 еще в машине. Ну я выйду давай. Я выйду, сделай два круга, я тебя прошу. Не получится. Все сидят здесь. Да нет, давай ходом прямо на тот берег лупанем. Да мы там не проедем. Да проедем, ты что, издеваешься? Там прямо проедем. Туда левее не проедем. Бородача застрял, ну это вообще. На такой-то машине, да? А у тебя лебедка каким рычагом включается? Ух ты как. Сам ехал, снимал и не застрял. Да? Да, и выехал там, где Леха не выехал, я же выехал по той колее специально. Ага. Сейчас попробуем на второй. Спрятались от Руслана. Руслан тестирует газик. А куда вы делись? Тяни, да? Макс, и прямо лупанем, а там где они? Снимаешь, что тянет, видишь? Ух за ленточку. Нормально. На четвертой. Ха-ха-ха, вот это валит. Что это было? Жестко что-то? Ладно. Это мы с Мишей просто придумали кардан из трубы, которую нашли на территории. Розовая лебедка сильная, да. Макс, прямо теперь вот на тот берег давай лупанем. Да пройдем. Залебедимся тогда. За кого? Ты пойдешь? За бородача. Скажи бородачу. Давай прямо лупани. Макс, смотри, там задом, там назад только где-то метр, не больше. Вот Руслан находится, чтобы я застрял, а? Да ты не застрянешь, там все ехали сегодня. Мне что-то кажется, что ты должен ехать. Ты легкий по сравнению с ним, понимаешь? Да где там легкий? Нет, здесь УАЗик проехал. Но... Прямо проедет, Саня? У него площадь колеса, видишь, больше. Нет, здесь УАЗик, вот эти следы, это от УАЗика он выехал. Это и у тебя клиренс больше. Макс, я его там впереди разворачивался. А ты его подтянуть хочешь? Ну да. Не-не, я смотрю. А. Да. Не, ну тут два таких якоря внутри, там в газике. Понятно, что они застряли и не могут тронуться. Уже и вытащили. Это тут тоже такой самый. Смотри, целый день. Целый день, ни разу не застрял, ни разу. Я с камерой в руке ехал, не застрял. То если бы ты не ехал, бородач бы и не луканулся на это. Да? Ну. Подъедь к нему к окну, я ему скажу, что позор. Подъедь к окну, вот так сбоку. Так окни уже тут. Я плюну в него семечкой, поехали. Я брошу в него двумя семечками. Скажи, чтоб колеса вывернул. Еще в другую сторону крутит. Дед Мороз. Что, может, мы там проедем? Или нет? Да. Не, там лучше не надо. Вот там не вот там девушка. Запас. А, да. Там типа что провалиться может. Но мне кажется, что на ту сторону мы можем по его следам лупануть. И потому что фолловеры, да, во-первых, с утра еще спрашивали, у кого лучше проходимость сравнить. А, теперь понятно.
чем проблема, да? В чем суть вопроса? Не, ну я уже проезжал. Это ж передо мне. Я сейчас тут развернусь еще раз. Я думаю, что они сейчас вот здесь еще раз сядут. Да? Да, давай, я сейчас возле него. Макс, ты должен лупануть на ту сторону и доказать, что у вас на БТРовских лучше едет. Вот, прямо давай коксу. Слава. Да блин, ну что за день такой, я не могу понять вообще, что происходит. Я тут везде ездил на Гранд-Чероки, не очковал. Да ты сюда не доехал, не из везде. Да конечно, не доехал. Там пробка была, мешала мне. Так я за ним ехал, по его следам, кстати. По Мишиным следам. Хорошо. На Вранглере проезжал. Я вообще не видел. Ты сегодня только за мной по одному месту. Здесь я ехал. Ну я да. Вот здесь застрял, я тут. Застрял, да? Ну я тут одной стороной вот так аж боком. А ну. Справа обходи его. Справа. Ух ты ж, блин. Не, ну не настолько справа. Теперь резко вправо, ну блин. Слева обходи его. Глумись. Подъедь, я его за бороду схвачу. Подъедь, я в окно его схвачу. Застрял! Идиот! О! Как критика работает, видели? Вот он не был так расстроен, даже когда у него не мог первый раз. Это вообще. Это же рюкзак. Перевесь. Давай! Глумись, я тебя прошу. Дай два круга вокруг него. Дай два круга, блин. Ни хрена. Держи меня за ритузы, блин. Едь направо. Вот тут уходи направо и глумись. Глумись над ним, блин. Фу, блин, вот это да, вот это сюжет закручен. А что ты делаешь? Да нафига же, блин, думай о нас, блин. Ах ты, блин. Ты знаешь, что у нас с Яной каналы есть в Ютубе? И дворниками вытри стекло, ни хера мы не видим, куда ехать. В ваших Ютуб-каналах, да? В каналах ни хера не видно. Хорош, Макс. Я тебе говорю, поехали борщ поедим, потом вернемся. Пусть сидит. Это не Руслан, это... Блин, нет тут моего Гранд-Чероки, я бы сейчас бы три круга вокруг него нарезал бы. Ну, на Вранглере точно. Ты вокруг борща только можешь три круга нарезать. Три круга. Так а куда ты его, за бок хочешь тянуть? Влево. Ну, мне кажется, что мы так не должны замыливаться. Мы выше, легче и клиренс больше, понял? Я только что, когда я первый раз ехал сам, УАЗик легче ехал, чем сейчас. Ну, давай я выйду. А если застряну, что дальше? Кто да, будет? Блин, решим там потом, что. Саня на Вранглере приедет. У меня лебедка не работает, как мы приедем. У меня сапоги есть. Выходи. А у тебя нет сапог? Нет, у меня кроссовочки. Слышишь?
Съездим, возьмем главную пару, я поставлю на УАЗ и вытащим всех. Это, в принципе, недолго. Чего? Через неделю вернемся к субботе. Ну, бородач. А кто сапога? Вот тот, со сапога синий. Синий в сапогах. Только у тебя сапоги есть. Я тут провалюсь нахрен. Руслан, выходи давай. Так а куда выходи? Нет, пока два круга не нарежешь вокруг него, я никуда не пойду. Мы не проедем. Да проедем, но застрянем тогда, я уже пойду, давай. Так а смысл тогда мы застрянем? Да мы не застрянем. Мы не можем уже ехать. Давай я выйду, и вы тогда проедете так. Давай его вытащим. Так. Ну надо всем тогда выходить. И что нам это даст? И он пусть проедет. Да я не проеду там. Блин, я его вообще не это. Слышишь, да залупази, летим по болоту первый раз, которого не знаем, смотри, что дальше. Да херня, говорит, нормально. Я просто вижу, что ну, машина вообще не едет. Она практически вес, как мы, ну пускай там на... Ну да, в два раза тяжелее. Да какие полтонны, ты что, смеешься? Она в два раза тяжелее. А что в кульке вот это, Макс? Да не трогай. Что это? Там это... Еда? Провиант. Так едь тогда, что бояться? Бородач идет, смотри, а ты хотел уехать? Да назад, давай назад, назад. Блин. Ну это выгнать не можем, да? Поехали борщ есть. Говорит, давай сюда поедем. Пошли борщ есть. А тут вообще, мы в тех местах катались, пацаны. Есть что выпить? Есть, а там выдувной, да? Вот алкаш что творит, блин. Это пил, неплохо ему стало. Да сюда. Вперед, слышишь? Ты будешь колесами руль вывернешь. Попробуй. Если за кабину ее наклонить чуть-чуть сюда, чтобы на двух колесах он шел вперед. Да, за кабину пойдет. Бородач так не работал с лебедкой уже много лет, я тебе скажу. Какое число сегодня надо записать? Где календарь в машине? Висит где-то календарь? Вот это? Не календарь? Бля, у него какая-то вентиляция. Крыша. Ага, и у меня такая, это у всех УАЗов. Так, да, УАЗов у всех капает на голову, когда дождь идет. Надо, чтобы понимал, что дождь на улице. О, блин, ты не мог раньше открыть? Так, подожди, ёлки-палки. Офигеть вообще. О, офигеть вообще просто. Машина для блогера. Ну, не говори. Смотри, бородач с лебедкой. Для охоты готовить. 16 мая, блин, это будет его крестный этот, крещение сегодня у него. Влево руль, Валера, влево руль. Я назад буду. Давай назад. Давай, Рома. Ёханый бабай. Бородач так не работал уже давно. Что оторвалось? А слетело, крюк же спереди. Слышишь, целый день люди ездили, дали, да, машину? Макс, сматывай лебедку, давай вот туда переедем. Сматывай лебедку и... Туда, там развернемся и туда. Сматывай едем. Лебедку и на борщ. Блин, мы сюда так последний раз приехали. Да? Почкаешь? Да. Не знаю, я тебя не узнаю. После возвращения оттуда ты стал другим. Из Днепропетровска? Да. Посмотри, бородач чихает лебедку. Наверное, сейчас град будет, мне кажется. Смотри, смотри. Слышь, а потяни на себя резко попробуй. Блин, жалко было бы, интересный момент был бы. Как нахер, да? Ой, блин. За колесо цепляй. Лучше за очки этого самого легендарного уже. Там в бампере есть разрез. Блин, так бородач уже не работал лет 10, блин. Не держишь, да? Кренделя вынимает.
Да, вечер перестает быть томным, я вам скажу. Нормальная такая движушка наметилась. Слышишь, давай за жопу, наверное, вытягивать, Макс. Кстати, жопу сюда подтянуть, да? Не, можем, нет, там туда выехать и за жопу вытащить его просто. Но это плохой вариант. Подожди, я передумал. Тяни, Макс. А ты можешь? Может это самое? Может зад ебет? Па, можно попробовать за зад сюда потянуть. Зад же легче. А меня стягивает. Как ему руль доверил? Он же тяжелее руля, тот же не держал уже давно. Блядь, языки выбрасывает. Не, ну интересное кино получается. Ну, да. Слышишь, надо сразу их было за руль садить. Смотри, смотри, смотри. Отец Павло так не штурманил со дня рождения, блин. Друзья, 16 мая, запишите этот день. Бородач бегает по торфяннику с лебедкой. А дальше, куда он пойдет? Сейчас чувак не так. Он все зацепил. Смотри, смотри, что делается. Офигеть вообще. Смотри. Вот хитрый, ты понял, блин? А ну можешь потянуть резко на себя, Макс? Резко на себя лебедкой лупани. Давай ходом назад лупани. Ходом назад интересное кино будет. Паша, а ну растяни метра два-три. Паш, Паш, растяни, мы переедем. Растяни, мы переедем. Так, Макс хочет переехать. Что, назад будем тянуть туда? Не, ну то реальный вариант. Просто, что это быстро интересный сюжет и быстро закончится, понимаешь? Вот это недостаток. Это я, конечно, зря подсказал такую херню. Или тебя укачивает уже, или что? Ты не видел, он этими... Саня, он этими рычагами еще на ходу делает все, понял? Когда ветер. Когда едем... Да нет. На ходу, когда едешь, он их еще переключает на ходу. Помимо коробки, понял, о, еще? Крыло, смотри. Шо крыло? Скажи Паше, пусть вокруг крыла. Паша, крыло, Паш! Крыло! Под крыло попало, убери в сторону. Под крыло! Трос под крыло. Трос под крыло попал. Под крыло, под крыло. Блин, нормальные задачи мы даем, смотри. Смотри. Балерина еще там. Да я тебе говорю, этот Плесецкая отдыхает реально. Блин, чтобы мы тут не заклинило нас в этом люке вдвоем, Саня. Так раз, вдвоем. МЧС вызывать придется. Слышь, эта херня, если полетит в морду, не это. Ну, вообще должно вниз, а мы высоко вообще. Смотри, 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 выталкивает. Он не залезет туда, я тебе говорю. Я тебе говорю, он не залезет. Дай руку оттуда. А прикинь, если бы подтяжки сейчас репнули, какая картина открылась. Ой, блин, это кино дня, конечно. Посмотрю, что там, Макс, стой, я выйду. Паша, ты можешь передок выключить? Он назад крутит. Куда колеса крутили, Саня? Назад или вперед? Вперед выключить, можешь?
Вот это контент! Глумился над бородачом! Да смело! Машину мы тебя больше не возьмем. Камера не утонула. Не, она вся в грязи. Так, повытирай там как-то ее чуть-чуть. Ну, чем я ее повытираю? Яна, есть там салфетки? Сейчас что-то найдем. А как тебя так угораздило? Наступился, на телефон. Стой, повытирай, стой, тоже вот это там. Поправь. Да. Нырнул, короче, весь в болоте. А народ там смотрит. Тяни, тяни. Вперед давай! Вперед давай, вперед! Давай. Ну это жестко, я вам скажу, друзья, это просто... В общем, я упал в болото немножко. И чуть-чуть грязный. Развернись, поедь там. А мы сейчас развернемся с той стороны. Короче, дай вокруг него два круга и все. Сматывай лебедку. Хорош. Это жесть вообще. Слышишь, бородач? Короче, машину сразу в следующий раз вам на испытание с Валерой. Это жесть. И меня утопили, блин, и сами, блин, там. Ну как вы тут? Ну как вы тут, нормально хоть? А ну я вам фото семейное давай, стой. Давай налево. Давай направо. Суховато! Я говорю, они все не там катались. Ну да. Так, вот так это выглядит. Ёханый бабай. Ты видел, как ты закопал ее, блин? Нет. Это Валера. А дай я два круга вокруг вас сделаю. Смотри. Передок включи. Не, ну тут без вариантов. Ё-моё. Просто жесть вообще. Иди, твоя очередь. Я и так уже пострадал от тебя. А чё вы видео не снимаете? Так, в общем, иду я за стропой, за тросом. Ой, бля! Да, есть! Там везде, вода везде! Так, короче, тупо весело. Я только немножко мокрый и грязный. А так, в остальном, все отлично. Ну, сидят круто.
Сейчас вытащим, я думаю. Механическая лебедка. Эту лебедку тянула Яна по болоту. Вы. Слышишь, я говорю, ты такую же лебедку тянула у слепого. Пожестче, да. Я нас пониженную включи. Да, зрители довольны, да, да. Бородач просто счастлив, блядь. Посмотри на его лицо. Он даже когда дети на елке к нему приходят, он так не радуется. Так, Яна продолжает нелегкий путь к Максу. Руслан, держись, говорит. Что-то не тянет. Что-то не тянется. Что происходит? Тут надо, да, разматывать? Блин, там, наверное, что? Борода или длина? Видишь, сколько мы уже намотали, а ты не тянул. А я тянул, я же всем... Попробуйте вдвоем. Я всем весом. Да не. Сейчас я попробую... За дерево, давай. Сейчас я попробую... Давай. Все? Давай, все? Все, Макс? Ты вот тут стой, Саня, а я там. Где ты, зайчик? Иду к тебе, зайчики. Так, в общем, такая обстановка сложная. Паш, подъедь сюда, не достает. А я еще не пописал перед этим мероприятием. Да подожди, я сфоткаю, тут хорошее освещение. Дверь закрой, дверь закрой. Бороду достань сюда под окно. Бороду под окно. Удачно вы поехали, конечно. То и показать людям нечего за день. Че ржете, конь? Она не едет. Педальная. Покажешь на своей. О! Еще! Все. Так, зацепил. Руль нормально, не крути. Не идет. А ну заглуши, не слышно. Стягивай, да? Иди давай, я сниму, как ты идешь по болоту.
свалиться, как Руслан. Лучше я за унемогом. Давай, давай, иди. В колея вот там поглубже, правее. Давай, я снимаю, можешь падать. Сам подъедешь. Переведи меня, Руслан. Ну давай, залазь. За руку возьми меня и веди. Давай я трос натяну. Я по тросу? Да пошел ты, ты сейчас меня еще. Давай, здесь обниматься. Да тут вообще не заскривать. Иду. Бородач, ты так не штурманил уже лет 10 минимум. Плесецкая ты наша. Это ж точно все, да? Говорят, что едет не машина, а человек. Целый день люди ездили, ни разу не застряли. Фух, блин, жесть. Так, тут лагерь, тут зрители вот в партере. О, бородач дошел до унемога, ого, как быстро побежал. Бородач слева. Так вон на унемоге же он едет. Слева, вон он, бородач. А кто это едет на унемоге? Олег. А я думаю, ни хрена себе добежал, да? Сейчас еще унемог будем часа два вынимать. Фух. А завтра выходной же? Да нет. Официальный? Да. Ну тогда нечего бояться. Так, подмога едет. Сапоги чвякают, полные воды. Да что ты выльешь, потом их тяжело. Выливается легче. Снимать тяжело, их одевать. Так, вон бородач. Ну, в общем, я думаю, сейчас заякоримся. Садись за руль, топовый блогер. Топовый блогер 3. Бля, мне не разрешают. Так а шо, все там, иди. Да, тут булькает хорошо, я вам скажу. Сзади. Давай! Первую, Валера! Первую в натяг! Сейчас продавят, если хватит. Пошло. Там корней-то нет просто. Просто торфянник. Пошел. Я продолжаю кульбиты исполнять. Ну все, тут он уже сам едет. Миша, короче, не там целый день ездили. Надо было этим двум дать специалистам. Ты понял? По что животинку мучишь? На, лампочка целая осталась. Целая лампочка. Ой-ой-ой, а кто это все наделал? Да вот этот с бородой.
А у него на СТО таких хватает. Борда, объясни, как ты здесь застрял? Ну, хватит. А я вот тебе прошу, Олега, или перезаезд. Куда, чтоб стемнело тут нафиг? Смотри, у Олега уже пару седых волос. Давай ты за руль. Не одна пара. Я смотрю, что ты даже тут выехать не мог. Как это я не мог выехать? Там зарыться. Ну давай еще. Подожди, Олег. Идите, если я не проеду. Я бы здесь проехал, но не с тобой. Потому что с тобой это... Миша, проедь, покажи этим аутсайдерам, как надо ездить. Набитой не поедет он в машине. Вызываем эвакуатор. Проблема точно не в машине, не во мне. Или этот что-то испортил, пока ездил. И в лужу упал. Ну это говорит, давай пойдем направо. Ну, да. А если бы я тебе сказал спрыгнуть с 9 этажа, да, тоже бы сказал? Да. Смотри, глянь. Носки белые утром были. Белые носочки. Не, ну я увидел, как что-то выпало. Сумочка шевелится в колее. Как мешок такой, шлёп. Паш, помоги сапог ходить. Давай. Смотрел служебный роман? Служебный роман смотрел, помоги сапог ходить. Давай, помогу. Что, колея мелкую упал? Другую надо? Или что говорит, что-то Руслан не туда. Макс, проедь возьми теперь. Теперь можно что-то тебе проехать? Поедь теперь здесь. А я говорю, на УАЗике? Короче, вариантов для...